Социальный магазин открылся в Неспаренах. Так у многодетных семей, пенсионеров и ветеранов появилась возможность покупать продукты по низким ценам. Пенсии очень маленькие, так что этот магазин важен для нас. Уверена, его появление обрадовало многих пенсионеров. Макароны, крупы, цены низкие. Молодцы, что открыли такой магазин. В социальных магазинах пенсионеры и ветераны могут купить продукты питания по низким ценам. Есть скидки. Этот магазин позволяет пенсионерам сэкономить их мизерную пенсию, которую выплачивает государство. Новый магазин порадовал и тех, для кого он означает стабильное место работы в условиях кризиса. «Я рада, что во время эпидемии будет работа не только у меня, но и у моих коллег. И люди рады, что у нас скидки и цены более низкие на каждого покупателя и любой карман». К нам очень давно обращались жители этого города с просьбой открыть магазин. Несмотря на кризис, пандемию, мне удалось убедить администрацию магазина, чтобы открыть в этой ситуации магазин в городе Неспаренны, с чем хочу и поздравить жителей этого замечательного города. Первый такой социальный магазин открылся в стране в 2015 году. Сейчас в стране их около 130.